Давайте еще одну. На потничах. На потничах, поехали. Фух, выдохнули и заспидранили. Погнали. Босс поглощает чары. Надо чары фармить. Синие плюс красные. Так, ну здесь... Два помощника сварщика. Это что такое? Активирует угасание, не убивая его. Кого? Присвоение чар, стоимость остальных уменьшается. Когда вы призываете бойца, стоимость случайной карты в руке снижается. Имба. Выпивка Мерцелла в начале игры, просто имба. О, не дают! Не дают Мерцелла, который... Не дают Мерцелла 60 на 60. Но это даже, наверное, хорошо. Тебя заснайпили? Ну, ладно, вижу. Заснайпили. На бойцов накладываются шипы. Хорошо, шипы так шипы, поехали. Готово. Здесь появился. Не повезло. Не повезло. Не повезло. И значит, я его не пройду. Не пробью никак, наверное, да? Даже если выставлю два отброса. Если спустить его и спустить его. Но для этого надо всех разыграть вначале. За нулевочку, отлично. Спускаем тебя. Да, я могу это сделать, да. А, так я могу даже не спускать тебя тогда, получается. Но... Вообще, так-то хорошая идея. Мне кажется, надо спустить вниз просто одного... Вот этого вот товарища. Фух, убили. Монетки получили, это хорошо. Так, лучника убиваем факелом. Что значит активирует угасание, но не убивает? Типа он вообще не умрет? Выгорание плюс 3. Что значит? Угасание эффект при смерти. Все, я туплю, я понял, что это значит. Ясно, у нас вообще таких эффектов нету, да? Получается, что... Что-то я хз, что здесь делать. Кроме того, что убивать лучника. Скидывать тебя. Один хп не хватило, да? Да, один хп не хватило. Жалко, жалко. Там. Каплепат еще один. Формовка, очень нужна формовка. Он, кстати, было угасание, которое я не взял. Юный бес, пробивание врагов. Возьму, наверное. Агарки? Yes, это круто. Восковой легион! Что? Берем и играем им. Ну, удвоение HR никуда не работает. Поглощение сюда. Вообще не сюда. Формовку за ноль может юзать. Не, один каплепат удешевлю. Ты будешь переводить ДБД? Я буду смотреть ДБД. Переводить, может быть, и не буду, но смотреть буду. Двойное угасание легиона, лаки. Возможно. Оставить его? Угасание порождает двух восковых близнецов. Да, давайте, попробуем. Ага.
Та-дам-та-дам-там. Так, эти маленькие свечечки угасают, кстати. Маленькие свечечки смеются, тик-так. Ни о чем не жалей. И мочи просто так, тик-так. Есть убийство, отлично. Жип. Много воска не бывает, вот и мне так кажется. Так, расплав, незаметность. Нет, усиливает союзника, дает 2 выгорания. Восстанавливает здоровье и дает 2 выгорания. Усиливает, наверное. О, сделка. Мне тоже смешно стало, да. Демон изувер за 4. Будет стоить 0. Просто берем. Женщина, конечно, крутая, но... Мне пришли какие-то крутые спеллы? Нет? Нет? Ну, сделка разве что. Ее можно удвоить. Пещеры. Чуть не скипнул пещеры, из-за поезда не видно. Малый осколок, средний осколок, 10 здоровья, жестокость. А чем я хилять буду? Да ничем вроде бы. 5 здоровья, если убивает бойца пекла, 3 здоровья, 25 здоровья бойцам просто. Давайте, мне хиляться нечем вроде бы. Плюс 10 хп, звучит круто. Будет перевод стрима, ДБД. Да, да, будет, будет. Какой-то очень сильный ран, защита от урона, вот это неприятно. Окей, окей. 8-18, жестокость. Хочу Мерцелла на первый этаж поставить. Но, видимо, нельзя, да? Нет, подождите, можно. Каплепадом. Без дамаж. Демон изувер, да? Хорошо. Вообще отброс, кстати. 3 места занимает. Хорошо, понял, принял. Ставим. Даем ему броню. Ставим одного сюда. Делаем так. Уже похоже на победную. Дает 2 выгорания. У меня хоть кто-то выгорает? Давайте сюда. Защита от урона, да? Неприятно. А у меня пробивание есть. Что, сбрасываем изувера? Думаю, что сбрасываем.
Так, здесь все хорошо. Темная сделка куда-нибудь сюда. Формовка вообще недоступна, кек. Касание бойца, поехали. Они же выиграют, да? Нет, они вроде не выгорают. Ты выиграешь. Собрал он буллакер. Да как видишь, тут челики тоже неплохо играют. О, без при активации повторяют заново все эффекты призыва, использовавшиеся во время этого боя. Есть эффекты призыва? Кроме удешевления. Нету, наверное. А, ну броню может давать. Офигеть, я такого беса еще даже не видел. Бесконечность на союзника снимает с бойца все эффекты выгорания и ослабления. О, я не знаю. Все круто. Вот это, наверное, звучит круто, очень. Барон, госпожа, парафиновая вышибала. Жестокость, союзные бойцы с выгоранием получают две ярости. Ее возьмем. Место. Вдруг сейчас герой 60 на 60 придет. А скорее всего так и будет. Надо апать юнитов. У меня очень сильные юниты, надо их апать. Дает бойцу плюсы. Ага, ага. Ага. Да давай еще одного. Бесконечность на бесиков? Нет, такое. 7 к ярости. Одному бесику. Бесконечность, наверное, не стоит, да, играть сейчас? Нет, не стоит. Пать, не вижу смысла. Кузня героя. 60 на 60, 60 на 60. Нету, нету, нету. Переплавка. Видимо, переплавкой пойдем дальше заниматься. 2 минуты. Быстрее. Тут есть мульт, да, парк. И он очень, очень прикольный, очень, очень, очень хардовый. Ну, нужно спидранить. Нужно спидранить. Больше спидранов, богу спидранов. Зачем выгорание тогда сюда сейчас? Наверное, оно и не нужно. Я просто надеялся на героя, но не получил, не получил героя, к сожалению. Добьете? Не, они только этого убивают. Они все равно, он все равно прессует, лучше не тратить. Там, там. Похоже, что победная. Жаль, восковой легион сюда поставить не могу, да? Выгорание и ослабление. Снимает все эффекты. Выгорание. Ага. Она больше не выгорает. О, можно каплепад юзнуть. Уф. Я вообще его не могу поставить никуда, да? Могу, могу только наверх. Не смогу, блин. Тогда лучше каплепад сюда. Не буду. Ну, вот сверху юзать.
Босс умирает? Умирает. Поехали. Шо? Умение призыва срабатывает еще раз. Хорошо. Это для бесиков. Жестокость бесконечность. 1.11. Его убивать тяжело будет. Активирую только Сани, не убиваю. Бывает случайного союзника. Знаете, возможно, мне это нужно. Еще один бесик. Грамотея призывает, возвращает поглощенные чары. У меня есть поглощаемые чары? У меня есть книжка разве что на бесконечность. Я ее не брал, по-моему. Таран. Говно, поглощение, ярость, броня. Это выглядит неплохо. Ну, так себе, но ладно. Возьмем. Мой разработчик через 20 минут выложит код на ПТБ, и мы все туда пойдем. Никаких кодов больше нету. Когда последний раз... Даже я в ДБД уже не играю, знаю, что нету никаких кодов. Клявный артефакт. 5, если погибает выплавление, минус 2 к стоимости бойцов. Привет. Дает бойцу размер и статы. Кек. Весь этаж забьет. Я его так никогда не выставлю, если он только первым не придет. А вот изувера, скорее всего, выставлю, поэтому давайте изуверу дадим. Блин, мне нужно, знаете, мне нужен мультиудар на самом деле сюда. Как только я найду сюда какой-нибудь мультиудар, это похоже на победную. Давай, поезд, едь быстрее. Богатство. Здоровье, богатство, здоровье, богатство, здоровье, здоровье. Да, да. У нас миллион манны просто. Нам она не нужна. Давай быстрее, мы можем на времени проиграть. Тара-тара-та-тара-та-тара-та-тара-та-тара. Демон изувер со статами 4, да, поехали. А, это же без возвышения, я идиот. Ну, не, не, на самом деле все равно правильно вроде бы сделал. Ой, здесь этот, здесь денежки. Ошибка. Я их не увидел. Я их не увидел. Штука сбежала. Так, каплепад. Вниз. Стой, перед тем, как юзать каплепад, все равно вниз. А да какая разница, все юниты стоят 0. Теперь только Саня. Есть. Все столы забиты, все забито. Можно одного большого скинуть вниз. Дать сюда костыль. Все, босс умирает, босс умирает, отлично. Мне очень хочется сделать вот это. Спрашивайте, зачем? Будет. Это на самом деле драгоценные секунды теряет. Еще один эффект, нет, бесконечность, нет, скип. Бесик, пекло, зуб, обжигание, пробивание дает 20 брони. Да, это наш способ давать здоровье юнитам. Это хорошо, это хорошо. Рэч таймер только, да, я понимаю.
Скидывать карты? Да, скидывать карты. Бесполезные стюарды, до свидания. Давай, до свидания. Спеллы. Недобитка. В темную сделку. Или в ритуал обжига. У темных сделки у меня две. Лучше в ритуал обжига. И удешевить его. Мерзлота. Мерзлота. Сила магии поглощения на один из факелов. Снижает цену чар. К припаду. Поехали. Все. Все, чалил, забыл, что поил удешевляет только это юнита, играешь. Не первую карту за ход. Не поставил вовремя 50-50 демона. F. Скип. Да, без светильника все грани и ослабления снимает. Не знаю, зачем это было сделано. Женщину не сыграю, да? Я зря блокеров так поставил. Ну, типа, мне нужно скидывать. Мне нужно этажи чистить. Мне очень нужно этажи чистить. Блин, он такой слабый по атаке, мне так не хочется этого делать. Надо было фейл хотя бы кинуть этот фаер. Блин, кажется, я не успеваю на стрим разрабов, да? Чё-то такой кек. Переплавленные нулевочки. Последняя волна уничтожена. У челика, кстати, 49 хп у сердца. Я на первом месте. Но это потому, что я просто успел сейчас. Поглощение, мультиудар. Да. Больше места? Или больше карт? Больше места. Двадцать три секунды до следующего раунда. Может вы сдохнете? Ну тут сложно сдохнуть, тут очень сильный билд. Куда я пойду? Сталью апать. Бессмысленно, артефакт пойду. Они еще дерутся. Союзники по выявлению получают плюс 5 брони. Сильно. Герой. Выгорание. Ну, уже не нужно ему это выгорание. Пускай уже резает всех.
слишком слабо для статов. Скопировать. Кого же скопировать? Кого же скопировать? Ритуал обжига. Стоп, да книгу. Вол. Тающие агарки, случайно поглощаем карту. Тающего агарка, мрака. Мрака, место. Место, блин. Призматическая пыль. Ну, тоже неплохо. Фу, какой пот, какой пот. Так, 20 брони, окей. Что думает с книгой, что копировать? 60-100 изувер, поехали. Очень слабо, кстати. Очень слабый ход, очень слабый ход. Спускает бойца, бесполезно, да? Хорошо хоть, что без ярости справился. На первое не могу их поставить? Нет, не могу. Изувера. Нет, жаль. Жаль, жаль. Жим-жим. Брони, конечно, вообще не хватает. Ну, что поделаешь? Типа... Раз. Два. Ну, это похоже прям вообще на победную. Вообще без вариантов. С тем, что я скопировал. Хотя, как видите, тут птиц пролетел. Дурацкий птиц. И у меня маны не хватает. Птиц жутко бесит, кста. Лол, можно здесь сокрушительную эту месть узнуть. А, нельзя. Ну, если она придет, можно. Да. За ноль. Она придет. Каплепад. Удар фитилем. Конечно, каплепад сюда. Ёпта! Ты хочешь изувера поставить, да? Ну я его и поставлю. Стоп, это же уже вин. Да, это уже вин. Там. Последние деньги. Стремление к смерти, клубы дыма. Клубы дыма взять и выиграть. Поглощение бесы не нужны. Таран нет. Поднимает бойца и накладывает ошеломление. Нет, деньги. Пора заканчивать. Ну, у меня последний файт сейчас будет, финальный. Но мне еще минуту ждать, пока челики доиграют бой. Здесь сталь, здесь магия. Для магии можно всякие недобитки давать, удешевлять фолианты и так далее. А сталь. Сталь — это просто хороший левел, хороший ап. Можно третий фолиант достать. На паузу поставишь. Мультиплеер поставлю на паузу. Классно. Спасибо за совет. Я думаю, что налево все равно. Та-ра-та-та-та-там-там. Пока что у меня больше всего денег. Кстати, чем больше денег под конец, тем больше очков. Три фолианта, да, если смогу сыграть вообще. Ну, давайте уже Серафима. Кстати, Серафим будет поглощать чары. Так что не забыть об этом. Поглощение, 30 урона, халява. Союзники получают ярость. Чары получают доп. Ячейку улучшений.
Сейчас, стоп. В чары. Мерзлота, поглощение, сила магии. Сюда. Удешевление бесполезно. Мерзлота нафиг не нужна. Короче, берем штольню. Копируем еще одну книгу. Нет, знаете, что копируем? Мы, наверное, сейчас копернем. А, где оно? Ритуал обжига. Да, пас. Все, поехали. Просто времени нет. Погнали. Давай сюда свою эмблему иссушения. Есть, фолиант удешевился. Хорошо. Все выгорание и все ослабления. Я же что-то сжег, да? Какой-то фолиант или что-то я должен был сжечь. В тот ход. Мне надо больше думать. Не знаю, что я сжег. Я сжег фолиант, да. Снимать с бойцов все... Да, да, это ошибка. Это была ошибка. Так, вот эту штуку поглощаем. Она нам не нужна. Ставим изувера. Играем эту штуку. Даем сюда броню. Даем сюда поглощение ударов. Там сюда танка. Делаем так. Сюда делаем смертельное поглощение, чтобы оно сожглось. Здесь даем ярость, здесь даем броню. Сюда ставим женщину. Куда он вернулся? Ё-моё. Ё-моё. Поглощаем и факел. Вот сюда. Я тебя не поставлю, братиш. Я тебя никак не поставлю, ты же понимаешь? Недобиток юзаем, ярость юзаем. Поехали дальше. Тут, кстати, проблемы сверху начались. Больше нет проблем. Были проблемы, всплыли проблемы. Один урон от сердца получил. Все, книга пришла, еще одна, отлично. Книга. Так, для начала мы ставим ее сюда. Мне надо удешевить книгу, кстати, поэтому мне, я обязан юзнуть... Черт. Я обязан юзнуть все до того, как юзать книгу. Мы скидываем тебя. Мы юзаем сюда темную сделку. Мы юзаем сюда же обжиг. Мы ставим отброса. Мы даем фолиант. О, последняя волна. Еще не победная даже, кстати. Интересно, интересно. На первом этаже не получится, походу, выиграть. Надо было все-таки книгу копировать. Ошибся немножко. Давай. Есть, убил. На первом этаже. Хорошо, джи-джи. Да. $45,000. Да, мультиплеер здесь довольно фановый на самом деле. Мне нравится. Так, они там уже что-то показывают. Ждем данные от других участников. Последний раунд закончится через 1.5 минуты. Значит, я потом финал, результаты этого раунда посмотрю. Сейчас мы будем смотреть стрим разрабов. Вы дождались!
Не драматизируй. Я уверен, что я здесь выиграл. Ну хз. Да не, должен. Вряд ли там кто-то скопил 1000 монет. Да, Inquisitive Geist не догнал. Сомневаюсь, что это догонит. Behavior. Вау. Ну все же по домам сидят. Хотя, может, они и соберутся для этого, для этой годовщины. 39 тысяч онлайна! Бокчамп. Больше, чем людей в игру играют. Тизер. Тизер новой главы, скорее всего, да? Нет. Просто красивые картиночки в честь годовщины. Этот таймер был таким тайминговым. Четвертая годовщина. Воу. Так, у меня есть время посмотреть. Я выиграл! Ура!